воскресенье. Как же приятно всей семьей насладиться долгожданным отпуском. Приехали. Отпуск начинается, дети. Вам здесь будет хорошо. А чем вы занимаетесь? Днем работаю в парикмахерской, а по ночам развлекаюсь. Где папа? Не знаю, его нет. И когда вокруг море романтики и теплое солнце, жди сюрпризов. Ты можешь объяснить, что это делает в машине? Это, наверное, Матьё. Что? Матьё в его возрасте? Ты когда-нибудь изменял маме? Что за вопросы? А если супруги стоят друг друга, становится совсем жарко. Всем привет. Где ты была? Я так беспокоился, не спал всю ночь. Я тоже. Сыграем вместе? Почему бы нет? Брюна, что с тобой? Ты меня напугала. Это Клара. Это парень, с которым я должна была играть в питанг. Эти дни безудержного сумасшествия запомнятся им надолго. Кошмар приснился. Ох уж этот отпуск. Воскресенье на ТВ Рус.